Привет, друзья! Добрый день! С вами опять проект In Dubai, с вами опять Азат. И сегодня я расскажу вам про то, как поменять деньги в Дубае. Многие у меня спрашивали, где менять деньги, как менять, по какому курсу, какие купюры принимают, какие не принимают. Вот смотрите, сейчас у меня на руках вот $1000. И мы сейчас с вами пойдем, вот мы находимся с вами возле мола Ибн Батута. Мы сейчас зайдем внутрь мола, и я покажу вам, где и как можно поменять доллары на дирхамы. Итак, пойдемте вместе со мной, ребята. Вот мы с вами находимся теперь возле обменника, и вы можете увидеть, вот так вот выглядят обменники в молах, в Эмиратах. Вот, видите слово exchange, если видите, написано на вывеске, значит, можете смело заходить туда и менять свою валюту. Самое оптимальное, что я вам советую брать с собой, какую валюту, это либо доллары, либо евро. Рубли здесь вам никто не поменяет. Пойдемте зайдем внутрь, и я покажу вам вообще, какие там курсы и как там поменять деньги. Вот мы с вами находимся внутри обменника, и вы видите, вот какие курсы обмена на доллары, на евро, на британские фунты стерлингов и на прочие валюты тоже вы можете видеть. Слева курс покупки, справа курс продажи этой валюты. Также в таких обменниках вы можете легко отправить или получить деньги по системе Western Union или по системе MoneyGram. Все работает точно так же, как и в России, как и в любой точке мира. Сама процедура отправки и получения денег по системе Western Union и по системе MoneyGram везде одинаковая. Итак, я пошел менять деньги, я сейчас подойду в это окошко. Кстати, еще одно отличие, в отличие от России, вот я в России пытался поменять доллары на рубли, и у меня вот на долларах были штампики, там какие-то кругляшочки, какие-то печати, какие-то надписи были, и в России такие деньги не меняют везде, их меняют только в Сбербанке, мне удалось поменять, и то по заниженному курсу, то есть там курс на 10% или на 15% ниже, когда меняешь ну, уже бэушные деньги. То есть в России только новые доллары можно поменять на рубли, а здесь можно поменять доллары в принципе любые. То есть они могут быть и с надписями, могут быть и со штампиками, может на них что-то быть написано. В любом случае вам их поменяют по такому же курсу, как и новые доллары. Так что это преимущество для Дубая. Если у вас есть старые купюры доллара, то вы их можете смело поменять в любом обменнике на дирхамы. Сейчас я жду, пока мне выдадут мои дирхамы. Вот я получил такую бумажку. И вот, как вы помните, у меня было $1000, и вот мне дали курс обмена 3,65, и вот я получил 3650 дирхам. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 60, 50 дирхам. Вот и все, сохраните. Такую бумажку можете сохранить, можете не сохранять, это на ваше усмотрение. Самое главное, что мы успешно поменяли деньги в обменнике. А теперь пора их пойти и потратить. Друзья, с вами был Азат, проект In Dubai. Мне было очень приятно рассказать для вас про обмен валют в Дубае. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал на YouTube. До скорых встреч, всем пока-пока.